Прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк, о смерти которой стало известно 30 мая, прошло в Покровском монастыре столицы, где хранятся мощи святой Матроны. На церемонии перед монастырем собрались длинные очереди из поклонников Анастасии Заворотнюк. Также было немало знаменитостей, спортсменов, артистов и политиков. Одними из первых пришли Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Илья Авербух, Татьяна Тарасова, Эдгард Запашный, Лолита и Геннадий Хазанов. По личным причинам семья Анастасии Заворотнюк запретила съемку гроба во время церемонии прощания. Открытый белого цвета гроб был установлен внутри монастыря. По традиции в последний путь заслуженную артистку страны проводили долгими аплодисментами. Рядом с гробом шел муж актрисы Петр Чернышов. Thank you.